Всем привет! Вчера к нам обратились из станицы Тамань. Нужна была полиуретановая эмаль для покраски трактора МТЗ. По каталогу Урал снова выбрана 50-15 2 литра и 80-22 3 литра. А также дополнительно для краски взят растворитель акриловый. Краску мы уже приготовили, сейчас будем переливать ее в пластиковые емкости для более надежной доставки до города заказчика. Если вам также нужна эмаль для вашей спецтехники, пишите в комментариях к этому видео, заходите на мой сайт, пишите в Viber, WhatsApp, а также заходите в мой телеграм-канал, я всем отвечу.